Выступление сводного оркестра музыкантов из всех 9 арктических регионов России эксперты называют уникальным событием. На сцене Мурманской филармонии звучат сразу 3 фортепианных концерта Сергея Рахманинова, гениального композитора и пианиста-виртуоза. То, что сейчас произойдет, это по-настоящему такой культурный марафон и важное событие вообще в культурной музыкальной жизни всей планеты Земля, я бы сказал. Под аккомпанемент оркестра солируют пианисты из Китая и России. Для многих из них участие в таком проекте – настоящее испытание, ведь на подготовку и совместные репетиции у них было всего пару дней. Это всегда огромная ответственность, но в то же время это, конечно, огромный праздник, особенно для пианистов, потому что, конечно, музыка Рахманинова – это, ну и все ее любят, все играют, и без нее просто жить невозможно. Концерт создавался в Мурманске с нуля, начиная от идеи, заканчивая реализацией. Поэтому в зале областной филармонии нет свободных мест. Наши солисты, они также будут концептуально исполнять свои произведения. Первый концерт будет исполнен юношей. Сам Рахманинов написал первый концерт, будучи юношей. Второй фортепианный концерт, он очень серьезный, очень душевный, потому что он олицетворяет серьезный период в жизни Рахманинова. Несмотря на сложность проекта, организаторы хотят его повторить. Пригласить музыкантов из арктической зоны России еще раз, но исполнить другие произведения. Даниил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ 21+.